6 баллов. Это было очень хорошо, мне кажется. Ребят, вы там не пострадали, все нормально? Практически 500 отзывов у космического распиздяя, который продает монеты, скупает монеты, а также скупает аккаунты с открытым рынком. Переходи, ссылка будет в описании. И помните, лучше продавец в агентуре. Баны пошли нахуй, до свидули. Скажем, соберись в один квартире. Лучше продавец монет. Причем второй раз уже такой гол. Второй раз такой гол. Ну все, поздравляю тебя, ты меня обошел. Поздравляю. Сейчас Феликс жестко. Я очень на очки прям такой. Мне реально в спину, вот сейчас пишу, так отдает уже. Нихуя себе! Нихуя себе! Look at me now! I'm back, блядь! Плюс 2, еще становится 5-3. Коля Лакер бросает аут на Клёна, никто не встречает, можно пробить, это пушка от Антона Клёнова! Ура! Людяева! Вот это я хотел напомнить, что Клён правша! Посмотрите на этот удар с левой ноги, сходу, с нерабочей. Антон очень в нужное время забивает этот гол. Ну а Коля Лакер записывает на свой счет голевую передачу, которую он сделал руками с аута. Надежда на то, что серия не провалена полностью. Такой момент! Просто один из лучших голов я забиваю, чуваки! Просто вот это, блин, Моти меня научил. Реально, в стиле Моти просто дать туда его в GoPro. Есть за что мстить, потому что перед этим именно они посадили нас на скамейку. Но Феликс, непонятно по какой траектории, уже убежавший совсем в угол. Гена Миллер, блин, сзади. Фу, поехали, последний удар. Да, ну хотя бы один. Блин, ну он прям. Вот сейчас, кстати, очень классно полетел. То есть мне прям подалось чётенько так подкрутить. Вот, там без шансов. Давай, брат! Так. Ой-ой-ой! Так попробовал, да. Нахер эти удары с левой ноги, если можно обвести попробовать. Так мне поудобнее. Так, дива. Ой-ой! Обходит! Два из двух. И снова. Ты чё, Даню не любишь, да? Походу? Даню очень люблю, Дань. Нормально? Нормально. Пойдет гол? Хороший был, да? Хорошо. Офигеть, ой, извини, наступил. Ай, нормально зашло. Это просто топ. Я вообще сейчас... У нас два похожих, кстати, летела. Что, у тебя то, что-то? Этот гол я посвящаю Андрею Сипская. Приятно. Первые удары такие, они плюшевые. Они, может быть, смотрели мячи, не знаю, пробовали, щупали. А сейчас они, блин, подходят, лупят в дерево. Разбег. Да! Ты чё?
Ты чё, дал, видел? Да, хорошо, свалилась с ноги, идеально. Да, бонусный! 4-4! А, ну он тут пришел со своим мячом, просто легким детским. Зашла. Он завалился почти, да, отбил, но это так красиво было, четко, мне прям понравилось. Понятно, как Феликс, красава, хорошее начало. Нахуй футбол! Между ребятами. Спасибо, парни! Люблю вас! Слушай! Хотя бы один. Баночка есть? Супер! И у нас... Хорош. Какого же, Коля, порядка? Я помню, как-то ты говорил в каком-то ролике, что ну без стенки, конечно, бить не мое. Слушай, ну много просто роликов, мне кажется, мы начали снимать, и я чуть, ну так, Вот человек правильно поменял, не то что я. 3 из 4.